Всем доброго времени. С вами снова Артём. И сегодня вот я хочу обсудить данный сапш. Это карточки видеозахвата. Приобрел недавно. Вот, хочу рассказать, поделиться и, соответственно, какие-то прояснить вопросы, если есть. То есть, ну, я просто помню себя, когда искал себе вот что-то типа данного девайса. То есть были вопросы, да, YouTube искал, там люди рассказывают про нее, но кое-какие вопросы не освещают, какие вот обычно могут быть у геймера. А касательно этого сабжа, сабж не дешевый, он стоит в районе 5000, плюс вам еще потребуется либо флешка, либо внешний жесткий диск для записи, соответственно, вашего видео. Вот, поэтому как бы геймеры, конечно, могут задуматься о том, что стоит ли покупать, не стоит, то есть насколько он оправдает ваши ожидания и так далее. Вот, ну... Все мы, естественно, пишем видео, те, кто особенно развивает канал YouTube свои, там, я не знаю, будь то у вас какая-то своя тематика, будь то вы, допустим, создаете канал по играм, как у меня. Вот. В чем, как бы, основной вопрос? То есть мы все, естественно, пишем, там, допустим, через Fraps, игры с компьютера, там, Fraps, Afterburner, еще что-то. То есть существует множество на данный момент программ по видеозахвату с экрана. Вот, но это одно дело, да, то есть мы по компьютеру, у нас нет проблем записи, соответственно, видео. Вот, другая проблема, если у нас дома также стоят еще приставки, допустим, там PS3, Xbox, еще что-то. Вот, и мы бы хотели также записывать и с них, но не можем, то есть, соответственно, непонятно просто, как это сделать. То есть существует там сложное решение, там, купить плату видеозахвата, воткнуть в компьютер, через компьютер подсоединить ее к приставке, там, или еще к чему-то, или к телевизору, я уж там не знаю, как точно это работает. Вот, и я с недавних пор задался целью, вот, соответственно, что-то такое купить себе тоже. Я пересмотрел множество вариантов и вот как-то набрел вот на данный девайс нечаянно. И как бы заинтересовался им, начал его изучать и вот хочу с вами поделиться, то есть тем, что я как бы про него узнал. В итоге я его купил, он сейчас стоит у меня подключенный, все работает, все отлично. Вот, и я как бы хочу просто... поделиться с вами впечатлениями, а также пролить свет на кое-какие вопросы, которые у вас могли остаться, но которые вы не нашли. Не нашли, скажем так, на них ответов на YouTube. Так, перед тем, как поговорить о самом устройстве, давайте обратим внимание на сам сайт. Сайт производителя данного устройства, это avermedia.com. Вот, вам надо попасть сюда обязательно, потому что, скорее всего, вы купите старую версию прошивки. Как вот я купил, по-моему, вообще самую первую версию, там, самая первая версия прошивки стояла. Надо будет обновить прошивку. Для чего? Во-первых, последняя прошивка пишет на формате MP4, то есть она будет писать, соответственно, в том сразу качестве, в котором вы будете, возможно, работать в Вегасе для редактирования ваших видео. Изначально пишет в AVI, и по некоторым отзывам говорят люди, что вот этот формат AVI, в котором он пишет, Вегас с ним испытывает проблемы. Ну, вроде бы как бы это лечится все установкой там каких-то специальных драйверов, но опять же, зачем это надо, если можно поставить последнюю прошивку и не вопросом как бы все это записывать без проблем. То есть вот смотрите, вы должны будете оказаться вот на этой странице. Дальше вы идете в AP драйвер. Так, вот мы находимся в подкладке AP и драйвер. Ну, здесь что? Во-первых, вот данная программа, вторая по счету, который называется Game Capture HD, версия 1.0.0.5. Данная программа конвертит ваши AVI-видео вот в MP4 конвертер, но вроде по заявлениям разработчиков последняя версия прошивки конвертит сразу в MP4. Давайте проскроллим вниз. А что вам надо сделать? На всякий случай я вам советую скачать все прошивки. Пускай вас не пугает то, что операционная система написана Linux. Это ничего страшного, она как раз нам она и нужна. Потому что я вот испытывал первое время проблемы с этим. То есть я думал, что это не то. Я долго очень искал, где эти прошивки находятся. И вот в итоге просто методом тыка понял, что вот это как раз и есть то, что нам нужно. У меня была версия, вот как вы видите, самая последняя версия здесь, версия 1.5.0. У меня была 1.4, там не помню какая. Вот, в общем, желательно скачать все прошивки. Тогда, если вы их запустите на вашем устройстве, устройство автоматом начнет обновлять нужные прошивки вам. Потом просто обновиться до конца. Последняя версия на данный момент это 2.0.6. 2.0.6.
Вот. Данная прошивка должна писать в формате MP4. Я вот сейчас проверю, к сожалению, еще пока не проверял. Сделал прошивку вчера перед сном. И вот потом на следующее утро пошел на работу. И вот только сейчас пришел. Сейчас пишу, соответственно, вот это видео. И сейчас вот буду как раз писать, пробовать, как она работает. Вот, то есть, мой вам совет, скачайте все прошивки, устанавливать их надо в root-каталог вашего жесткого диска, либо root-каталог вашей флешки, после чего там есть в опциях выбор, то есть не выбор, точнее, а опция, скажем так, обновить прошивку. Она прям так и называется, обновить прошивку. В девайсе есть русский язык, поэтому, в принципе, вы не запутаетесь, тем более опций там не особо много. Вот, обновляйте прошивку, и она делает все автоматически. Там он пару раз перезагрузится, или там один раз, я уж не помню. Вот, и после этого, как бы, у вас версия сменится. Возможно, вроде даже версия даунгрейда. Но сам не пробовал пока, поэтому не буду точно насчет этого заявлять. Ну вот, как можете видеть, сам девайс, да, это передняя его сторона. Что мы здесь видим? USB-порт 2.0. Важен тем, что сюда можно подключить либо флешку, либо внешний жесткий диск, и вы можете писать свое видео непосредственно прямо на эти устройства. Я бы на вашем месте... Вообще девайс оборудован двумя возможностями. Вы можете сюда засунуть внешний жесткий диск, как я уже говорил, либо внутренний жесткий диск. Я выбрал внешний, потому что удобно подключать, удобно с ним работать. То есть вы записали видео, тут же вынимаете его, подтыкаете к компьютеру, все, вы готовы к работе с вашим видео, которое вы записали. Можете его кодировать или сразу на YouTube отправлять. Вот, уже как бы ваше дело. Ну, среди жестких, вот вам предстоит определиться, да, то есть внутренний жесткий диск как бы удобен тем, что он просто находится внутри данного девайса, вы его просто туда подсоединяете, подключаете, все, он работает у вас там тихо, мирно. Вот, но все равно, на мой взгляд, вот внешний как бы он поудобнее. Следующая кнопочка REC мы видим с красным кружочком и повыше индикатор. Индикатор горит красным, когда идет запись. Удобство этой кнопки в том, что она нажимаема. Вы можете нажать, начать запись. Также вы можете закончить запись вторым нажатием. Устройство оборудовано пультом, то есть вы можете также давать команду с пульта, но неизвестно, да, может быть он там потерялся или сломался, или еще что-то с ним случилось. И вот у вас нет возможности подавать команды с пульта, и вот поэтому вот создана эта кнопка, вы просто нажимаете пальцем, у вас начинается запись. Вторая кнопка — это кнопка включения-выключения. Индикатор сверху горит зеленым или синим цветом. Почему два цвета, я расскажу потом. Ну и третий — это сенсор для пульта. Вот, как мы можем видеть, задняя сторона. Нижняя линейка выходов рассчитана на кабель Game In. Это, то есть кабель идет непосредственно с приставки. Верхняя линейка выходов рассчитана на подключение к телевизору. То есть нижнюю линейку мы специальным проводом с приставки подключаем в данное устройство, а верхнюю линейку проводов мы подключаем непосредственно к телевизору. Что здесь важно сказать? То, что устройство полностью оборудовано всеми проводами, которые вам понадобятся. Ничего покупать не надо, кроме вот, как бы я уже говорил, жесткого диска, который вам понадобится для хранения ваших видео. Все. Остальное все здесь есть. То есть удобство в том, что вы покупаете полностью готовый продукт, кроме единственного устройства хранения. Устройство хранения вам придется приобретать отдельно. Вот. Но как только вы купите устройство хранения, или может у вас флешка есть там какая-нибудь 32-гигабайтная, этого хватит на первое время. Или там да даже 16 гигабайт, я думаю, хватит. Вот. Вы, в принципе, можете на нее писать, также не вопрос. Так, ну вот, как я уже рассказывал, да, жесткий диск внутренний, вот он так вот помещается внутрь самого устройства, подключается SATA, и как бы удобство он закрывается, и он не виден, не слышен, но смотря опять же, какой жесткий диск будет, некоторые есть, которые будет очень хорошо слышно, вот, но удобство в том, что вы его просто не видите, да, он как бы находится внутри вашего продукта, вашей карты видеозахвата, и больше как бы не мусолит взгляд, скажем так. Но опять же, я говорю, я бы выбрал внешний жесткий диск, потому что он намного удобнее в работе, чем вот внутренний, потому что внутренним будет очень много возни. Вы будете постоянно переподключать, и это время, и порой нервы, поэтому я бы вот остановился на внешнем жестком диске. Так, ну вот, соответственно, вы можете видеть схему, да, как работает. То есть идет видеосигнал с приставки,
На телевизор. Перед тем, как попасть на телевизор, он проходит вот через этот девайс и записывается. Вот. Все довольно-таки просто, понятно. Основной плюс этого устройства в том, что не требуется компьютер. Вы просто записываете, играя. А возвращаясь к теме, почему два индикатора, вот вы можете видеть зеленый огонек, он горит выше кнопки питания. Он иногда горит синим, иногда зеленым. То есть в чем разница? Зеленый, как бы ваш вот эта вот карта видеозахвата находится в режиме готовности, она всегда готова вызвать меню. Играть в этом режиме не совсем удобно. Почему? Идет небольшая задержка, она прям ощущается. Вот, честно говоря, я когда первый раз подключил и играл изначально, не зная, что есть второй режим, я просто сразу, просто я не знаю, сильно очень расстроился из-за того, что я увидел, есть торможение, есть небольшая задержка, и я просто напугался в том плане, что я боялся, что это будет всегда и везде так. Но это невозможно, потому что как бы весь кайф сразу от игры пропадает. А у нее есть, оказывается, второй режим. Переключается режим игры. В этом режиме ничего не тормозит, никаких задержек нет, при этом вы все равно можете писать видео. То есть там доступно всего две команды: это запись видео или снимок скриншота. Все равно все сохраняется, основную функцию она выполняет. То есть вы просто делаете свое дело, а потом, когда вы можете уже, когда вы записали видео, вы можете переключить в зеленый режим работы и там посмотреть видео, какие-то настройки сделать, если вам надо. И так далее. У меня, перед тем, как я хотел купить этот девайс, был вопрос. Я использую вообще ресивер, да, дома. То есть у меня непосредственно напрямую не идет видео, там, аудио-видео выход. Я вообще играю через HDMI. И у меня схема такая. У меня с приставки идет шнур в HDMI. В смысле, в ресивер через по HDMI. И с ресивера у меня по HDMI идет шнур в телевизор. То есть ресивер у меня вот как раз выполняет такой же вот, такую же функцию мостика, как вот наша карточка видеозахвата. Вот. В чем плюс? У меня просто стоят хорошие колонки, там, вот, и я через них выгоняю звук. И у меня был вопрос. Во-первых, у меня было два вопроса. Как я буду играть, если я играю по HDMI? У этого девайса нет выхода HDMI. И вот я гадал, думал. Сразу могу сказать, про HDMI можете забыть. А весь выход и поток аудио и видео будут проходить через компонентные вот эти шнуры. Вам придется выставлять на вашей приставке непосредственно, например, как на PS3, выход видео через компонентные шнуры и видео через стерео шнуры. Вы, в принципе, получите качество максимальное через этот девайс, этот 1080i. На 1080p она не дает, то есть невозможно будет записывать видео в таком разрешении. То есть максимальное качество это 1080i, через этот, соответственно, через эту плату видеозахвата. И касательно вопроса о ресиверах, если вот, допустим, так же, как я, играете через ресивер, то есть подаете видеосигнал и звук через ресивер у вас идут, то здесь, скорее всего, потребуется две пары вот этих вот компонентных кабелей. То есть вы одну первый штекер будет у вас воткнут в сам ресивер, с ресивера непосредственно уже кабель пойдет в телевизор, тогда это все должно работать. Вот насчет этого я не уверен, потому что я еще не тестировал. Я просто вот построил схему, как примерно должен работать этот девайс с ресивером, потому что все-таки хочется слушать звук через колонки, а не просто через телевизор, потому что, ну, понятно, что слушать через колонки 2.0 большие и слушать через телевизор — это совершенно две разных истории. Вот. Ну и под конец, как я обещал, покажу несколько роликов того, что как бы может для вас сделать данный девайс. Все, всем спасибо за внимание. Смотрите ролики, подписывайтесь на канал. Буду также добавлять теперь новые видео с приставок. Ну и все. Всем пока. Спасибо за внимание. Nightwolf. Scorpion. Round one. Fight. Yeah.
fight. Fatality. Mission accomplished. Warning. I'll be through this in no time.
What's up? Hey there. Long slumber has given me strength. Huh. Yeah. Take this! Give me!
on my dark form! Nice work! Impressive. Yeah! Not bad.